Всем большой привет! Сегодня будем готовить хот-дог из прошлого. Это всем известная сосиска в тесте. На мой взгляд, никакой нынешний хот-дог с такой вкуснятиной не сравнится. Чтобы не пропускать новые рецепты и кулинарные советы, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Приятного просмотра! Сначала готовим тесто. Я буду замешивать его тестомесом. Но это можно сделать и вручную. Просеиваем в чашу 840 граммов пшеничной муки высшего сорта. Добавляем 10 граммов соли. Фиксируем чашу в положенном месте. Вставляем крюк для густого теста и включаем первую скорость. Теперь берем 320 мл теплого молока. Разминаем в него 24 грамма свежих дрожжей. Размешиваем. Добавляем 150 граммов сахара. Еще раз хорошо перемешиваем. И выливаем эту смесь тонкой струйкой в чашу тестомеса. Затем разбиваем 2 яйца. Взбалтываем до однородности. И таким же образом, как и дрожжи, вводим их в муку. Дальше вливаем 120 граммов растопленного охлажденного сливочного масла. Вымешиваем тесто до однородного состояния минут 7-10. Скорость при этом переключаем от первой до третьей и обратно. При замешивании теста вручную все ингредиенты добавляются в том же порядке. Готовое тесто выкладываем на смазанный подсолнечным маслом стол. Чашу внутри также смазываем растительным маслом. Округляем тесто в шар. Помещаем его в чашу тестомеса. Накрываем полотенцем и оставляем при комнатной температуре от 1 до 2 часов. Тесто должно увеличиться в 2-3 раза. Дальше смазываем рабочую поверхность подсолнечным маслом. Выкладываем туда тесто, обминаем его делим для удобства на 4 части. Округляем каждую из них.
прикрываем полотенцем и даем отдохнуть 10 минут, чтобы тесто стало более податливым. По истечении времени берем шарик теста и раскатываем его в прямоугольный пласт. Толщиной примерно 3 мм. Затем разрезаем тесто на полоски шириной от 2 до 3 см. Дальше берем сосиску и заматываем ее в тесто по спирали. Слои теста должны перекрывать друг друга примерно на 1 сантиметр. Такую процедуру повторяем, пока не закончатся все подготовленные продукты. Если останется немного теста, его можно поместить в пакет и заморозить. Затем использовать по мере надобности. Заготовки выкладываем на застеленный бумагой для выпечки противень на расстоянии друг от друга. Накрываем полотенцем и даем расстояться 20 минут. Дальше смазываем тесто сверху и по бокам взбитым яйцом. И отправляем сосиски в нагретую духовку. Выпекаем 20-25 минут при температуре 180 градусов до получения золотистого цвета. Вот и все. Аппетитные сосиски в тесте готовы. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.